Не снести, не уничтожить, а поддержать малоформатную торговлю. В Самарской губернской думе прошел семинар-совещание по размещению нестационарных торговых объектов. Опыт муниципалитетов губернии показывает, что львиная доля общего числа таких предпринимателей за легализацию. В большинстве случаев им нужна компетентная помощь и советы. На это и направлена работа Комитета по промышленности, предпринимательству и торговле. Мы сейчас приняли уже решение, что мы продолжим работу именно над этим вопросом двумя комитетами – по местному самоуправлению и Комитетом по промышленности, предпринимательству и торговле с привлечением правового департамента города. Потому что проблема на самом деле очень актуальная, и государству, конечно, от этого будет выгодно, потому что незаконных предпринимателей, конечно, нужно выводить из тени, чтобы они не создавали такую нездоровую конкуренцию для тех предпринимателей, которые законопослушные. Но что делать с киосками, ларьками и палатками, которые легализовать не получается? Одни из них давно заброшены и мешают городскому благоустройству. Владельцы других просто уходят от налогов. К тому же некоторые нестационарные торговые объекты принимают вид капитального строительства. Здесь областные парламентарии прорабатывают вопрос о механизмах изъятия незаконного товара и сноса таких конструкций. Поступил законопроект от главы Октябрьского района по сносу незаконных объектов, носящих признаки капитального строения. Он принят в первом чтении. Я думаю, что в ближайшее время его примем во втором чтении. Согласна, что некоторые объекты можно посмотреть и можно дать им вторую жизнь, но есть некоторые объекты, которые, в общем-то, никому не нужны, они заброшены уже десятки лет. И вот именно под эти объекты мы этот закон примем. По итогам семинара подготовили предложения, которые депутаты возьмут в работу. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.